по созданию союзного медиахолдинга, союзного государства, мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ, а вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними, вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. Ну и в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации. Но в последнее время у нас становились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху, и я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип – равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому, так сказать, не подчиняется, на равных. И мы с Владимиром Владимировичем Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте это. Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, ну что, сколько мы будем говорить об этом? Надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам надо создавать самостоятельный холдинг. Он говорит: я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы телеграм-каналы, в интернете это было, блогеры там. Он очень хорошо в это посвящен, лучше, чем я. И он мне когда это развернул, я говорю: ну так нам больше не надо. Вот именно так надо действовать. Но у переговорщиков ваших могут быть какие-то другие интересы. И они, конечно, есть. Но мы должны действовать в рамках определенных главами государств.